Так, ребят, пошел второй день разбора Хонды. Поднял я уже, значит, кинул все цепи, поднял распредвалы. И, короче, огорченный. Смотрите, свет. Как лучше сделать-то так, чтобы вам видно было? Посмотрите на кулачки распредвалов. Ну, они просто усосанные. Там все напыление стерто, они уже квадратные, они эллиптические. И причем они все вот так наколочены. На первом цилиндре, конечно, больше всего вот здесь. Прям до дыры, там прям рытвины. А все остальные просто квадратные. Ну, причем впускной распредвал такой же. Только что здесь немножко он поживее. Ну и, конечно же, сами рокера тоже уже квадратные. Вот этот квадратный стал. А я не знаю, меняются эти отдельно кусочки или целиком это вот эта вся постелька меняется. Ну, в общем, сейчас разберу дальше, посмотрим, что у нас в цилиндрах. Будем делать какие-то выводы. Ну все, разборка закончена. Поднял я всю поршневую. Значит, если вы видите, хонд заводской еще присутствует. Есть небольшие пролысины, но это вообще не критично. Там стоят насос-форсуночки эти. То есть постоянно масло туда подается. Поэтому, в принципе, блок в нормальном состоянии. Можно ничего с ним не делать. Сейчас покажу еще. Смотрите, достал я. Вовремя вообще все полезно. Цепочка, получается, на зуб перескочила 100%. Вся растянутая. У него ошибка по фазам была. Здесь это вот все, в принципе, нормальные. На третьем цилиндре. Опа. Вкладыш лопнул. Ну, то есть ему оставалось чуть-чуть еще. И все, и он бы застучал. Я сейчас там шейки все намыл. Ну, вот они прям как бы в идеальном состоянии. Видать, ну, прям вот вовремя. Не успела она прихватить. Видите, как вкладыш треснул. Вкладыш однозначно под замену. Два распредвала нужно. Ну, если вообще, как бы можно вот этот вот впуск оставить, но они тоже квадратные. Делать их по-человечески, тогда надо два новых. То есть и впуск, и выпуск. Ну, и вот две прокладки у меня встала. Задача еще на масляный насос найти и на крышку переднюю. В принципе, все. Сейчас колечки все, вот, видите, они все залегшие, маслосъемные. Сейчас все это разберу, все почищу, все отверстия, каналы масляные почищу. Новое все соберу, так как у меня теперь еще нету вкладышей, поршневой получается тоже не одеть. В общем, сейчас пойду за компьютер, буду искать все. Так, значит, по запчастям. Один распредвал будет новый, выпуск, который больше всего пострадал, будет новый. Впуск будет бушный, но вообще в отличном состоянии. Дальше вкладыши шатунные новые. Кольца я сейчас уже, наверное, с поршнями все подготовлю, чтобы на потом. Прокладочки все и маслосъемные колпачки тоже вкину новые, клапана притрем, все почистим и через 3 дня будем сборкой заниматься. Так что сейчас подготовлю все себе, пока запчасти идут. На этом, наверное, все.